Чествовали пары, проживающие в любви и верности много лет и в Старом Осколе. Торжество проходило на площади у дворца бракосочетаний. Святые покровители брака действительно оберегали их семью, верят супруги Шараповы. В мае Николай Федорович и Татьяна Анатольевна отметили рубиновую свадьбу. За 40 лет совместной жизни они воспитали двух сыновей и троих внуков. Главное – терпение, уважение взаимное. Относиться к тяготам немножко с юмором, может быть. Знать, что они себя пройдут, и тучи разойдутся, и солнце взойдет. Это так вот, если грубо. Мы всегда поддерживали друг друга. В этот праздник наградами за любовь и верность были отмечены 5 супружеских пар, находящиеся в браке 30 лет и больше. Все работники социальной сферы, учителя, тренеры спортивных школ, сотрудники администрации. После торжественного награждения праздник переместился на площадь Победы. Здесь женщины Старого Оскола могли принять участие в интересной акции. Чтобы женщина почувствовала себя женщиной, да, к сожалению, мы редко ходим в платьях, редко ходим в юбках, к сожалению, да, такая у нас какая-то жизнь суматошная. А в этот день одно из условий было прийти именно в платье и обязательно с цветами. С цветочком подарить как бы частичку своего добра женщинам, которые, может быть, грустны в этот день, да, вот поделиться радостью. Ромашки были в руках практически у каждой женщины. И сколько бы в день святых Петра и Февронии они не гадали, любит, не любит, всегда выпадало «любит». Григорий Миронов, Сергей Кириченко, Новости мира, Белогорье.